outside. Can you hear me? Sir. Any updates on the Akatsuki? They're flying around this mountain. They seem to be searching for something. So, we're not what they're looking for. I'll keep an eye out. I'll see you up ahead, Sai. So we're going up, past the clouds. As far as I can see, the entrance is there. Let's run up. Здравствуйте. С вами Нугулес. Это прохождение Наруто Шипуден Dragon Blake Chronicles. Глава, ребята, я не скажу, какая по счету. Может быть, 9-я или 8-я. Не помню, если честно. Итак, в прошлый раз я вот думал, что мы будем играть так и дальше за Саски. Но сейчас, как видите, нет, все это не так. Мы играем за Наруто. Так, давайте немножечко изменим свойства нашего оружия. Так. Мы уничтожили вот три дракона уже. Дракон огня, дракон ветра и дракона воды. Остался молния, да. Земля была вначале уничтожена. Нам остался лишь победить одного дракона. И все. Так, что у нас здесь? Да, остался один дракон. Так, давайте подумаем, против какого оружия будет слабее молния. То есть, в принципе, молния сильнее земли. Значит, нет смысла использовать стихию земли. Стихия огня, в принципе, будет наравне где-то. И стихия воды тоже где-то наравне будет сносить урон. Значит, используем воздух. Вот. Наш клинок стал светиться зеленым, а не синим. Так что это означает то, что... все прошло удачно. Так, ай-яй-яй, сразу напоролся я на клинок. Уничтожили двух клонов. Так, ушел я. Я не думаю, что вообще здесь нужно будет сражаться с ними. Давайте, может, попробуем пойти дальше. Ведь ненужный бой, да, я... ну, время тратить на бой, который... в принципе, ничего нам не даст. Я не думаю, что это будет полезным. Блин. Так, откинули наших противников. Блин, не получается активировать стену. Вот так вот. Используем землю. Итак, противники нас продолжают преследовать. А нет, вот мы пришли на другую локацию. Ну или как-то у них это тут делится, я в принципе не знаю. Я так вот говорю, что локация. Ну здесь, в принципе, видно вот по карте, что вот как сконструирована карта, то мы, в принципе, можем видеть, что если мы пройдем за какую-то вот, видите, черта, если мы, в принципе, пройдем за эту черту, то противники пропадают сразу же. Уничтожили. Этих, думаю, нужно будет уничтожить, чтобы не мешали. Так, лава. Да, получается. Я, в принципе, думал, что может не получиться идти. Все нормально. Так, можно будет подняться повыше. Ну,
там вот зайдемте, давайте вот сюда. Так, здесь наверняка уже бой будет обязательный. Вот, получи такой вот ударчик. Давайте вот. Вот, здесь даже немножко стало привисать у меня. Так вот. Как видите, наша стихия ветра вполне справляется. Противники буквально с одной тычки умирают. Ай. Главное подобраться. Кажись, это воин стихии воды. Опять лучники. Сам больше их не люблю. И вот так. Таким макаром разнесли их. И еще раз такой кружочек. Оп, уклонимся. Давайте используем клонов для помощи. Получи толчок. Вот такой улетел просто противник. Можно использовать еще и Адама Расинган. Использовать или нет, я в принципе не знаю. Так, опять противники. Где же они? А, вот он. Как-то обошел. Ай, ну... Ну, почему так? Только думал, почти получится, и... Тут он меня... Давайте еще раз попробуем. Ай, твою ж ты дивизию. Промазал. Ага, столько чакры угробил. Так, Сакура говорит, что нужно подлечиться. Давайте воспользуемся ее светом. Вот. Ай, он, блядь, силен. Все-таки мы уничтожили. Да, хорошо. Думаю, здесь стихия земли нужна, чтобы... Открылась дверь или... Как там она называется? Так, почему-то не открывается. Значит, или мы... не сюда пришли. Скорее, может быть, всего. Сюда мы не зайдем, нужно иметь кристалл молнии. Давайте попробуем, может, просто стать. Нужно, да, просто нужно стать. Зря тролька время потерял. Я припоминаю вот такую местность, вот куда мы сейчас идем, и там все просто валилось. Нам нужно было быстро бежать, и чтобы, ну, не провалиться. Что-то мне подсказывает, что здесь та же херня сейчас будет. Ну, в принципе, так как я только что сказал, Наруто тоже тише говорит.
вам говорил, что только не сейчас. Not yet. Надеюсь, мы очень быстрее. Так, здесь не валится. Ну, в принципе, видно, где будет обрушено. Не очень-то хорошо разработчики сделали по графической, имею в виду, части. Палевно немножко. У меня опять начинает немножко тормозить. Ну ладно, графику здесь скидывать некуда, потому что игра, еще раз повторюсь, сделана на платформу Wii, а не на ПК или там Xbox или PlayStation. Я играю именно на ПК, поэтому здесь немножечко не так хорошо, как хотелось. Блин, долгий этот коридор. Зачем вот такое делать? Там дальше еще есть, ребята, блин. Наверняка мы будем... вот я уже смотрю на время, и в принципе уже 3 или 4 минуты мы просто тупо бежим. Сражались даже наверняка меньше. Может, там минут 9, я не знаю. Мне что-то, ребята, кажется, что дальше будет еще несколько глав. И на этом все. Я могу ошибаться. Нужно будет как-то посмотреть на ютубе, сколько здесь глав. Хотя, зачем смотреть, если уже сам доиграл почти до конца игры. Ну, наконец-то я вижу свет в конце туннеля, хотя здесь, в данном случае, тьма в конце нашего света. Думаю, ребята, что, наверное, дальше будет дракончик наш молнии. Хотя я что-то так припоминаю. Припоминаю, ребята, что до того, как мы дойдем до дракона, нам нужно будет сразиться за Кацки. Может быть, и это не так, но я почему-то думаю, что это так. Я проходил, в принципе, давненько так. Может быть, лет 5 назад. Так и жизнь было сражение с Акацки. Только я не знаю, за кого, кем мы будем играть. Или Наруто против Акацки, или же Саске. Ну, я, в принципе, без понятия. Так, давайте сохранимся. I should compile a report of our actions. Это уже, если здесь есть сохранение, это уже... точно известно, что мы уже прошли половину. Наверняка половина игры уже. Ну, именно этой главы. Так, сохранились. Давайте дальше. You should take a break at least once an hour. Позже отдохнем. Нам Какаши говорит, что отдохни, Наруто, типа, потом уже пойдешь в бой. Так, и здесь мы можем подлечиться. Если я правильно понял.
Да. Сакура нас подлечила, и вперед с песней. Опять коридор. Мне почему-то нужен какой-то там, я не знаю, ранец, наверное, чтобы это все быстро преодолеть. Так, место, где нужно сражаться обязательно. Что мы и сделаем. Будем биться. А тут сразу так нам вот подфартило. И сразу великанчики. Давайте клоны нам немножечко помогут нам. Так. Навки. Ну хоть раз попал рассеян сюрикеном. И как ожидалось, уничтожил сразу двоих противников одним ударом. Просто стер их в порошок. Уроды. Опять лучник. Ну и сразу вот у ворот. Ай-яй-яй-яй. Попал. Нехороший ты наш. Блин, почему лучник такой вот быстрый? Как видите, увернуться, просто тупо бежать не получается. Муха, что вам было туго. Хоп-хоп-хоп, уклонимся. И оба, еще раз уворотик. Давайте уничтожим сначала мелких, чтобы они не портили нам карьеру. Получи ты, блядь, такая. Вот самый сильный противник. Как вы уже поняли, он последний. И мы тоже так, чтобы не париться, я с одной тычки и убил. Так, открылся проход назад и, соответственно, вперед. Надеюсь, здесь не обязательно будет сражаться. То есть здесь и противников, в принципе, нет. Как-то режет. О, можно двигаться. Итачи Учиха! Какаши-сен? No one's here? Come out, Наруто Узумаки. Shadow Clone! А мы попали в лапы Итачи. Твою-то дивизию. Походу, это Гиндзюцу. Did you come here to capture me? No, I haven't. I just wanted to talk to you a little. Так, типа Итачи хочет поговорить с Наруто.
а не поймать его. Чего, типа, он хочет от меня? Типа, говорит, мне нужно напасть первым, пока он не использовал гендзюцу свое. Блин. But your friends have disappeared. You are alone. Why not run? Why should I run? If I capture you, I'll be able to see Sasuke. Типа говорит, если я поймаю тебя, я типа смогу там. Why are you so тра-тра-тра, Sasuke, типа. Is he a rogue ninja? It's because I think of him. More of a brother than you ever did. Он задрал этими своими гендзюцу. Блин, сражайся честно. Хотя бы хоть какой-то интерес, а то постоянно мы сражаемся с какими-то уродами, которые не очень-то интересные, и лишь иногда вот сражаемся против драконов. Ну сейчас вот такое разнообразие Акацки. Итачи. Хотя он задрал постоянно, что-то там бормочет, это не я. А где тогда ты? Это вообще было простенько. Что? Ты попал в моё гендзюцу? Чёрт! Наруто Узумаки! И что-то там мормочет про соски. Нифига непонятно. Что это было, блин? Наруто, проснись! Наруто! Сакура! Сакура, где вы были? Я никуда не ходила, блин, типа. Где Итачи? Куда он пошел? Что? Вы что, не видели, как Итачи со мной только что говорил? Мы были с тобой все время. Ты был один. Ай, блин, я ж попал в гендзюцу. Was Itachi, but it may not be so easy to determine the truth. И, короче, там они дальше тарабанят. Нам не падло слушать. Так, куда нам дальше идти? Мы вот сюда и шли. Теперь налево нам. Я, ребята, вообще надеялся, что будет полноценный бой с Итачи. Ну, это ж типа что-то... Я так понял, игра показывает нам события, которые происходят в Наруто из сотой серии. Если я не ошибаюсь... Хотя я думаю, что я не ошибаюсь, и наверняка это была где-то сотая серия, или нет, ну где-то от сотой, вот такая вот фигня была, здесь типа вставили эти моменты сюда, опять обязательный бой. Нормально вообще. Видите, противники настолько
тупые. Стоят просто на месте и вообще ноль реакции. Вот так восполнили наши запасы жизни и чакры. Опа. О, это вообще было бах. Уклоняйся. Близко. Ай, совсем близко. Одних противников один удар, а некоторые противники нужно помучиться. Бляха. Только хочу ударить, и тут уже заставляет меня делать какие-то перекаты. Так, это зеленые противники. Значит, стиль ветра они используют. Против них можно использовать стиль огня. Но мне упадло вот это переключать. Хотя, по идее, наверное, было так задумано, что нужно переключаться постоянно. Я это не делаю. Ай. Я думал, он выпустит какую-то хрень из рота. А он сделал толчок такой. Есть, победили. И уже от этой игры уже мне что-то в сон клонит. Хотя у меня только 8 часов. Но уже спать очень хочется. Опять нам сохраниться дают. Как это жизни. А здесь наверняка чакра. Ну, так и есть. Так, давайте теперь сохранимся. I should compile a report of our actions. Make sure you write about how great I'm doing. Хотя я мог, в принципе, ну я раньше так делал. You should take a break at least once an hour. Разделял на части, то есть дошел до сохранения и на этом типа все. Bushbro, are you okay? I am great. I can keep this up forever. How are you guys doing? Так, пропустим этот диалог. How is it? I think it looks good. I don't really care. Thank you very much. Oh, Naruto. I found this just now, but I do not need it. So you take it. Так, нам дают уже помощь Ли. Let me help you. Leave her again. Ой, блин, у меня даже слова нет, чтобы сказать, какой он тупой. Я честно надеялся, что он будет покруче. Ты
все валят. Я не понимаю, почему мы поднимаемся, блин. А, вот розы атакуют. Забрал ты, уже сдохни. Так, наверняка нужно быстро пробежать и не попасться на эти розы. Что и мы будем делать. Вот, немножечко быстро тут уклоняемся. Давайте посмотрим здесь, может... найдем какой-то сундучок спрятанный. Вот получилось. Здесь нет ничего. Зачем я сюда бежал? Ну ладно, лучше проверить. Тень почему-то отражается и здесь вот, где мы бежим по платформе, и вот внизу на нижней, если там присмотреться, тоже видно. Это, наверное, еще один баг. Чакра. Значит, мне лично кажется, что должны быть жизни где-то. Так, я что-то не на ту клавишу жму или... Опа! Так четко сделали с антуху. Здесь наверняка жизни. Да. Есть, и мы увеличили нашу полоску жизней. Теперь она немножечко больше. Вот. Довольно сложно, в принципе, такое делать, перепрыгивать с одной стороны на другую. Еще я и не угадал. Видите, не угадал, на какую сторону нужно идти. Не можно было сразу нам вот сказать, что сюда, друг, у тебя не получится пройти. Но нет, нам ничего не сказали. Просто тупо. Наделали их, этих полосок. Упнутый. Так, вверх нам нельзя.
Ну и сюда нам нельзя. Как нам уничтожить? Давайте подумаем. Хотел создать такую вот преграду, что-то не получается. Блин. А, можно атаковать. Я думал, что нельзя, когда бежишь по стенке, выполнять какие-то атаки. Можно. Хотя у меня была одна идейка, как можно и мы стремительным потоком падаем в самый низ. Оригинально, ребята. Вообще жесть. Слушайте, я уже думал, это просто пиздец будет. Хотя это есть пиздец. Хотя бы сделали так, чтобы вот, упасть так невозможно, лучше бы сразу там, не знаю, умирали, и у нас там несколько жизней снимало, но мы появлялись бы на прежнем месте. А это мне даже не хочется вообще ничего говорить. Вот опять. То есть он одним ударом нас спокойно может скинуть. О чем это говорит? Что нам может быть жопа. Ну, получилось. Так, еще чакра. Есть, и увеличили еще и полоску чакры. Слышно, что постоянно какие-то там где-то стрелы летают. Хотя непонятно, откуда они вообще палят. Иди нафиг отсюда. Вот, уже хотя бы перестало залагивать. Таких противников здесь хуевая туча. Хорошо, что хотя бы нам показывают, когда ударит молния. У меня начало опять лагать. Пошел вот так. Удачно все выстрелы. Опа. Чуть не упал. Наверняка, если бы мы упали, мы начинали с самого низа. Откуда мы только начали эту беготню. Так, получилось. У нас это я уже думал, что какая-то стенка невидимая, это туман так на экране, и еще и вот такой подъемчик я не заметил, думал, что придется биться.
принципе, можете так само вот делать. То же самое, просто тупо бежать. Вот, в таких моментах-то будем сражаться. Хотя мне, если честно, надоело уже 40 минут гонять по локации туда-сюда. Так, мы снова в деле. Не думайте, что там в видео что-то случилось такое, или это у вас там залаг был, это у меня. Меня немножечко выбросило, ну, не из игры, а именно запись почему-то перестала идти. Так, давайте используем. Перестала запись идти, память закончилась. Я даже не ожидал, что так это случится. Но случилось. И у нас есть где-то еще приблизительно, может быть, минут 20. И у меня опять закончится память. Мой терабайтик, ребята, уже очень так быстро вот забился, что капец просто. У меня столько установлено игрушек, которые уже проходили мы. А куда ты, сучка, бежишь от меня? Давай, ты все равно безболезен. И пинком меня подсад. Типа, иди отсюда. На тебе толчок. Так, остань. Есть. Боевые клоны. Надеюсь, я его уничтожил. Нет, он выдержал вихревой сюрикен. Уже точно сдох. Надеюсь, у меня получится объединить два этих видео. Хотя у меня такие большие сомнения, что получится, ведь на ютубе сейчас там столько чего нового понаделывали, что бывает вообще видео нереально забросить, ибо потому что постоянно какие-то там, для там про авторские права там и что-то подобное, там типа, вы крадете нашу игру, крадете наше прохождение, там что-то в таком смысле. И поэтому не всегда получается сделать. I should compile a report of our actions. Так, я даже не знаю, что нам делать, ребята, и дальше играть наверняка уже не будем, так как я только что уже говорил, что у меня мало памяти осталось, и сейчас, может, через минут 10 опять остановится запись. Поэтому, как бы мне не... Как мне не хотелось бы играть дальше, но, увы. На сегодня все. С вами был Наврулес. Подпишитесь на мой канал и смотрите, что будет дальше в прохождении этой
даже не знаю, как ее назвать, назову просто игры. Всем пока!